Участники автопробега «Перекличка поколений» к нам прибыли с Севастополя. Держит свой путь в Москву, посещая по пути все города воинской славы. Александр Головашкин – герой России, один из участников автопробега. Он – действующий сотрудник спецподразделения СОБР. Дедушка Александра – участник Великой Отечественной. Теплота человеческая, то, что вот все города мы объезжаем, общаемся, мы же все, ну вот русские люди, одна большая семья. Поэтому это просто здорово для расширения кругозора, увидеть людей, пообщаться на одну общую тему. Участники автопробега передали копию Знамени Победы кадетской школе имени Героя Советского Союза Старшинова, а копию Ордена Отечественной войны подарили городу. Для того, чтобы поддерживать патриотизм в России, в юном поколении, для того, чтобы мало знали своих героев. Чтобы мы не забывали про наших предков, про наших ветеранов, которые боролись за нас. Я считаю, что очень важно, потому что сейчас новое поколение растет, и если этого не делать, то это вскоре забудется. Завершатся мероприятия автопробега 6 мая на Поклонной горе в Москве. А подведут итоги автопробега в конце года в книге воспоминаний детей и внуков ветеранов.